столкновение самолетов в воздухе над Ленинградской областью. Над частным аэропортом гостилицы задели друг друга два легкомоторных судна. Одно из них заходило на посадку, второе в этот самый момент шло на взлет. И если один из самолетов в итоге совершил, пусть жесткую, но посадку, то второй потерпел крушение. На его борту находились трое человек, все они погибли. Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета «Пайпер». На место происшествия с целью проведения проверочных мероприятий и координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин. По предварительным данным, за штурвалом самолета «Пайпер» мог находиться опытный пилот Николай Иванов. Это предположительно его фото. Личность пилота второго воздушного судна пока не сообщается. Известно, что он госпитализирован. Сейчас на месте крушения работает следственная группа. Проверку проводят и сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры. Правоохранителям предстоит выяснить, каким образом на частном аэродроме допустили, что на взлетно-посадочной полосе одновременно один самолет совершал взлет, а другой посадку.